Ранним утром 24 февраля многих жителей Украины разбудили взрывы. Они раздались в разных городах, от Луганска до Житомира и Луцка. Это запад страны. О ракетных обстрелах военных объектов сообщили представители Минобороны Украины. Это карта, которую они публикуют. Звездочками на ней обозначены города, по которым ведется обстрел. В телеграм-каналах множество видеоочевидцев. Народ, это прямо возле нас. Ух, банан! Банан! Ваня, банан! Банан! Дай, В Киеве фиксируют воздушную угрозу и призывают граждан в случае включения сирен спускаться в укрытие. Экстренно закрываются иностранные посольства. Люди покидают столицу Украины, на дорогах образовались пробки. Минобороны России утверждает, что не наносит удары по городам, а уничтожает только военные объекты. У нас конкретная война. Вот попала рядом прям со мной. Горит интернат. Российская армия атаковала Украину сразу после того, как утром президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации. В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. В своем обращении Путин предупредил Запад о последствиях в случае вмешательства в ситуацию и призвал украинских военнослужащих сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Еще раз настойчиво подчеркну, вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Западные СМИ публикуют кадры видеорегистраторов с пограничных пунктов и заявляют о пересечении украинской границы российскими и белорусскими военными. Власти Украины ввели в стране чрезвычайное положение. Президент Владимир Зеленский обратился к своим гражданам. Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки. Россия приступила к вторжению в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить наше государство и все, что мы строили. Он хочет знищити нашу державу, усе те, що ми будували. Ребята, у меня там взрыв. Страны Запада категорически осудили военную операцию России против Украины и сообщили, что готовят ответные меры. Лидеры ЕС уже заявили о введении новых санкций против Москвы за варварскую атаку. Это была цитата в отношении Украины. Санкции предусматривают заморозку активов, запрет доступа российских банков на европейский финансовый рынок и меры, которые воспрепятствуют интересам Кремля. Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС в ответ на вторжение России на украинскую территорию рассматривает сейчас самый суровый и самый жесткий
пакет санкций, который когда-либо вводился. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за развязывание боевых действий лично на президента России. Российские войска вошли в Украину, в свободную и суверенную страну, и вновь в самом центре Европы. Ни в чем не повинные люди, в том числе женщины и дети, умирают или пребывают в страхе за свои жизни. Мы осуждаем эту варварскую атаку и циничные аргументы, которые приводились в ее оправдание. Это президент Путин вернул Европу в состояние войны. И в эти темные времена Европейский Союз и все живущие в нем остаются с Украиной и ее гражданами. Stand by Ukraine and its people. Президент США Джо Байден в заявлении назвал действия России неоправданным нападением. Весь мир молится сегодня за народ Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения вооруженных сил России. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушение, которые принесет это нападение. И Соединенные Штаты, а также их союзники и партнеры, ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности. И последняя информация. Поступают сведения о повреждении гражданских объектов. В городе Чугуев в Харьковской области снаряды попали в жилые дома вблизи военного аэродрома. Сообщается, что там погиб по меньшей мере один ребенок. Ближе к полудню в новом специальном обращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. По словам Зеленского, Россия подло напала на Украину. Действия российских властей он сравнил с решениями фашистской Германии. Россия, как подчеркивает украинский лидер, совершила зло. До всех наших... Хочу обратиться к нашим независимым и честным медиа. Хочу сказать им, как мощно борется наша армия. Поддержите наших военных. Враг уже понес существенные потери. Украина была атакована сегодня с юга, востока и севера. И мы сейчас выдаем оружие всем, кто готов защищать наш суверенитет. У нас есть раненые военные. Становитесь для них донорами. Владимир Зеленский вновь обратился по-русски к гражданам России. По его словам, все, кто еще не потерял совесть, может сейчас выйти и сказать, что не поддерживает войну.